Маленький Максим со знанием дела берется собирать развивающие пазлы. Мальчику только исполнится 3 года. Интересно все. 30 лет назад здесь занималась и мама Максима, сейчас старший брат. Здесь очень много дополнительных услуг предоставляется. Они могут сами выбрать себе то, что им нравится, заниматься пением, танцами. В «Крылатом» работают десятки самых разных секций для школьников. Что может робот-слон и как работает самодельный робот-конвейер? Мастер-классы для малышей проводят профи-робототехники. Красный и зеленый. И он запускается. Дошкольное отделение для 56 детей назвали «Конструктор» с заделом на будущее. Здесь хотят воспитывать будущих инженеров и ученых. Дополнительные занятия будут проводить педагоги центра. У детей здесь, у дошкольников, которые к нам приходят, появляется такой огромный спектр возможностей, учитывая то, что они здесь находятся целый день в течение дня, и они могут заняться любым делом. То есть вот и робототехника, и рисование, и пение, и танцы. В Кировском районе Самары теперь все ребята в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах. Очереди больше нет. В этом году в городе открыли почти 2500 мест в дошкольных образовательных учреждениях. На следующей неделе еще один детский сад начнет работу в Ленинском районе. Это очень хорошие результаты, которые позволяют нам полностью выполнить указ президента о обеспечении детишек Самары местами в дошкольных учреждениях. Мы радуемся, что появляются новые дети в семьях. Мы готовы к тому, чтобы в новом году перед нами будет более высокая планка поставлена. И, конечно, будем ее достигать. В «Крылатом» тесниться не пришлось. Малышам отдали целое крыло здания, где специально для них сделали современный ремонт. Здесь яркая мебель и горы игр, в основном развивающие. Профиль конструктора обязывает. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.